聚散在岁月的等候，一字一句又曾形容黑夜尽头。如果有成就，你的眼眸就是自由。风断了，乱了，勾勒出的轮廓，火烧了，灭了，将你烙印成我。路寻寻觅觅，谁赢谁又过？而我早已经让你一眼看破。风断了，乱了，花一般的寂寞，火烧了，灭了，灯心冰冷如昨。缘分Ты пообещал, что если я вернусь, ты пощадишь бессмертный мир и не тронешь Шан Сюаня. Клятва. Обещание. Хочешь нарушить свою клятву? Если ты посмеешь, то я уйду прямо сейчас. Не тебе это решать. Если не поможешь мне украсть энергию Земли, то я сейчас же уничтожу бессмертный мир! Даже если я сделаю это, ты все равно объявишь войну бессмертному миру! У тебя нет выбора! Ты должен выбрать одно между Землей и бессмертным миром. Шан Сюань! Шан Сюань! Шан Сюань! Шан Сюань! Шан Сюань! Сынок! Дюнь! Что за бред ты несешь? Ты мой сын. Я твой сын? О чем ты думаешь, а? Шэн Сюань, мой бог. Не может быть, чтобы мой отец был из клана Крыла. Я убью тебя, сын! Десятки тысяч лет назад, когда во главе был клан Бога, Шан Сюань забрал тебя.
Я искал тебя десятки тысяч лет. Оружие бога разрушения очень могущественно. Но на тебе не царапины. Не обманывай меня! Да посмотри! Какая темная сила есть в тебе. Это доказывает, что ты не принадлежишь клану бога. Ты сын Тяньхэна, сынок. Наследный принц клана Крыла. Не может быть. Не может быть. Я не могу быть твоим сыном! Сын... Невозможно! Между землей и бессмертным миром я могу выбрать только бессмертный мир. Генерал Ли, я пришла попрощаться. Я направляюсь в восьмистороннюю пагоду, чтобы встретиться с настоятелем. Я вверяю ваши руки принцессу и кортеж. Не волнуйтесь, чиновница Сыту. Может, отсутствие вестей – это лучшая весть. Я отправлю кого-нибудь еще. Если ничего не выяснится, пойду сам. Только... Что вы собираетесь делать дальше по поводу зеркала пламени, чиновница Сыту? Честно говоря, мне ничего не известно, кроме того, что зеркало пламени находится в Тюркском Каганате. Может, мне удастся что-то узнать в восьмисторонней пагоде. Будьте осторожны, чиновница Сыту. До свидания. Прощайте. Генерал Ли, если вы однажды увидите Джунтяня, можете отпустить его. Наконец-то вы спросили. Я думал, вы уже забыли о нем. Он спас мне жизнь. Оставив чувства, он же не должен один за это отвечать. Может, с тем человеком все в порядке. Нам не стоит беспокоиться о нем. Надеюсь. До свидания. До свидания. Она уехала. Сколько еще будешь прятаться? Если тебе тяжело ее отпускать, почему не остановил и не рассказал правду? Я слишком хорошо ее знаю. Она будет переживать, если я не буду здесь. Однако, когда бы я ни появлялся, ей тяжело выбрать между преданностью и справедливостью. Нам лучше не видеться. Кажется, звание самого верного мужчины принадлежит тебе. Кстати, что там с расследованием культа Черного Ворона? Я узнал кое-что интересное. Идем, покажу. Быстро! Быстрее! Ты очнулась?
Как ты? Ничего не беспокоит? Что это за место? Почему я здесь? Кто ты? Тише. Я Сяолу. Это военное поселение Тюркского Каганата. Мы все беженцы, которых захватили. Хауе! Хауе! Где ты? Это военное поселение Тюркского Каганата? Я не уверена. Тюрки забрали тебя к себе. Всем все равно. Ты, кажется, моего возраста. Поэтому я заботилась о тебе. Почему? Они поймали и привели вас сюда. На мою деревню напали. Убили всех стариков и детей. Остальных поймали и повели за войском. Я понятия не имею, что хотят эти люди. А что с твоими родителями? Я сирота. Я пыталась сбежать. А ты? Почему потеряла сознание в пустыне совсем одна? Я Сяо Юй. Прибыла сюда с торговым караваном по делам. Я отстала от каравана, когда были в пустыне. Кто-нибудь! Человек упал в обморок! Человек потерял сознание! Кто-нибудь! Барышня! Барышня! Воды! Воды! Есть вода! Есть вода! Нужна вода! Если не заткнешься, потеряешь голову! Похоже, у них не так много воды. Мы не пили целый день. Тюрки не дают воду нам, пленникам. Понимаешь? Барышня! Очнись, барышня! Барышня! Эй, дура! Чего разоралась? Солдаты рано или поздно убьют тебя. Она все равно умрет, так что закройся и скройся. Даже повелитель подземного мира должен отступить, если я хочу кого-то спасти. С сегодняшнего дня никто не умрет напрасно. Не бросай слова на ветер. Я тебе не верю. Большинство из нас – женщины и дети. Боюсь, все добродетельные и сильные молодые люди уже убиты тюрками в борьбе за защиту нашей страны. Как тебе удалось вести этот собачий образ жизни? Кто ты? О чем ты говоришь? Что вы делаете? Что, неужели хотите голодовку? Командир, это все из-за сумасшедшей. Накажите ее! Накажите! Хватит болтать! Я бы хотела увидеться с вашим командующим. Что? Сдуревшая женщина, которая хочет встретиться с нашим командиром? Думаешь, он встречается с кем попало? У меня есть кое-что, что нужно командующему. Веришь или нет? Но весь твой клан будет казнен, если ты осмелишься помедлить.
Брат! Брат, тебе нельзя туда! Брат! Не останавливайте меня! Ты серьезно ранен! Тебе нужно отдыхать! Да отойдите! Если бы вы не спасли меня и не было задержки, то разделились бы мы с НР! Брат! Если бы люди из крепости не проходили мимо и не спасли тебя от вражеской кавалерии, ты бы погиб. Ты потерял много крови и сознания, увидев нас. Откуда нам было знать, что НР прячется неподалеку? Послушай, даже если сам император придет сюда, я все равно пойду и спасу НР. Брат! Пустите его! Сяолю! Не беспокойтесь за него! Посмотрим, куда он дойдет в этой пустыне, чтобы спасти ее. Крестный отец. Крестный отец, я сглупил. Крестный отец, помоги мне, пожалуйста. Помоги найти НР. Брат! Брат, брат! Ты в порядке? Ты как, брат? Брат! Ты еще не оправился от ранений. Иди сюда, поговорим. Идем, брат. После кровопролитных поисков и сравнений, я узнал, что несколько убежищ расположено вокруг Холукоу. Река, гора, рядом должны быть поселения. Значит, где-то здесь и расположена их крепость? Верно. В этом месте находится несколько племен, все они перемешаны между собой. Обычно в этом месте собирается всякий сброд. Нельзя откладывать, нужно отправляться. Нужно ли известить барышню Сыту? Все-таки она тоже пытается найти зеркало пламени. Нет, не нужно вовлекать ее в это, чтобы не подвергать опасности. Она идти не может? Почему тогда я должен подвергать себя опасности? Разве ты не генерал Нефритового перевала? Простые люди возлагают на тебя надежду. Кто пойдет, если не ты? Кроме того, барышня Сыту – представитель брачного союза. Брак принцессы Джалпин успешно заключен. Ее миссия выполнена. Она не может больше заниматься здешними делами. После встречи с тобой, я теперь понимаю, что значит быть наглым. Если бы знал раньше, то лично сопроводил бы принцессу Гуанъюй в имперский город. Я бы выполнил задание и не подчинялся бы тут тебе. Ладно, пойду готовиться. Что это? Настоятель. Я нашел это, когда убирался в вещах моего предшественника. Только после того, как я просмотрел свиток, понял, что старший брат предсказывал рождение демона. Кажется, в этих трех местах на свитке есть несколько загадочных крепостей. Вы что-то ощущаете, глядя на них? Я следую за приемным отцом с малых лет. Я немного знаю о технике получения энергии. На этих трех зонах есть горы, покрытые плотными облаками. Они соединены с восьмисторонней пагодой, чтобы вырабатывать энергию. Идеальное место для геомантии. В этом месте недавно было найдено прибежище культа Черного Ворона. Амитабха. Отлично, отлично. Вы и вправду одарены. Если кто-то хочет прорвать охранные линии, чтобы пустить демона на землю, то следующей целью культа Черного Ворона будет это место. Настоятель, я сразу же отправлюсь. Может, у меня получится узнать что-то о зеркале пламени. Подождите-ка. Знаете ли вы название этого места? Это место, где собираются разные люди.
Это нейтральная территория, где собирается всякий сброд. Там есть гора, достигающая облаков. Но у нее нет верхушки, как у сломанного меча, который разрубили пополам. Поэтому она носит название «Утес Сломанный Меч». Утес Сломанный Меч. Сломанный меч. Ваше имя Фэн Цзянь. Оно враждебно этому месту. Боюсь, все вокруг будет идти против вас. Благодарю вас. Я уже все решила. Я не сдамся, даже если будет тяжело. И не стыдно тебе умолять меня сейчас, когда ты даже не попрощался, покидая нас? А теперь ты солдат. И вспоминаешь обо мне только когда в беде. Крестный отец. Я понимаю, что подвел вас. Я хочу, чтобы меня наказали по всем правилам крепости. Но умоляю. Крестный отец, помоги найти Инер. Брат, мы все братья одной семьи. Не то чтобы мы не хотели помочь тебе. Просто прошло уже много дней. Немощная девушка в такой пустыне. Ничего с ней не случится. Ничего не случится. Крестный отец. Поможете мне? Поможете же! Думаешь, я не знаю, кто она? А ты стал умнее, осмелился обманывать даже крестного отца. Да, это принцесса Гуанью из имперской семьи. Но... Но что? Ты теперь солдат. Хочешь, чтобы твои братья из крепости пошли и отдали свою жизнь стране? Нет. Я хочу спасти ее не потому, что она принцесса. Тогда в чем дело? Хочешь получить награду? Столько лет я, третий мастер, потратил на тебя впустую, неблагодарный болван. Это совсем не так, как вы думаете, крестный отец. Тогда скажи, почему ты настаиваешь на том, чтобы спасти эту принцессу? Я хочу найти принцессу не из-за статуса. Просто она мне нравится. Я хочу жениться. Что? Я уверен. Она та самая. Ты правда думаешь, что император выдаст свою дочь замуж за тебя? Ну что, с ума сошел? Разве он такое допустит? Я не беспокоюсь об этом. Я лишь хочу, чтобы она была в безопасности. Крестный отец, так вы поможете? Я обязан спасти ее. Мой глупый мальчишка. Кто бы мог подумать, что ты такой влюбчивый? Третий мастер. Прошу, помогите моему брату. Он получил ранение и все же преклонил свои колени. Третий мастер, прошу, проявите милосердие. Хорошо, встаньте и поговорим. Я получил вести. Войско Джаке прошло мимо того места, где вы два дня назад были разделены. Если эта девушка все еще жива, ее точно захватили эти люди. Раз уж она принцесса, ее жизни ничего не угрожало на протяжении этих двух дней. Тогда где же она? Я хочу найти ее. Бестолочь! Пойти туда в одиночку, со смертью играть вздумал? Спасибо тебе, крестный отец! Ты подаешь большие надежды. Кто бы мог подумать, что ты... Вдали от дома научишься себя вести. Больше не говорите об этом. Я всегда проявлял великодушие. Я никогда не соглашался атаковать великого Кагана вместе с киргизами. Это всего лишь план, с которым отца заставили согласиться, пока он был жив. Теперь я главнокомандующий войска Джаке. Почему я должен перед кем-то стелиться? Командующий, дело в том, что кавалерия войска Джаке потерпела поражение. Если мы не объединимся с киргизами, великий Каган просто так не отпустит нас. Единственный выход для нашего войска, не ослабевая, поддерживать киргиз до конца, несмотря на эту ошибку. Ненавижу подчиняться другим. Киргизы полагаются на огромное число своих людей. Хотят заставить меня и два остальных войска объединиться и атаковать тюркский каганат.
Но на передовой сражаются и получают ранения только люди нашего войска. Так должны ли мы подвергаться их давлению из-за того, что не решен вопрос с водой? Докладываю! Главнокомандующая пленница, которая желала увидеться с вами здесь. Веди ее. Я могу найти источник воды, но вы должны мне пообещать кое-что. Ты от жажды с ума сошла? Даже рабыня ведет разговоры в военном положении. Почему я должен тебе верить? Доказательство. Оно в этих сосудах вина. А ну стой! Что за дерзкая колдунья? Поделись с нами, какие у тебя условия? Хорошо относитесь к заложникам в лагере. Дайте им пить и есть. Хорошо. Стража! Подготовьте ей палатку. Не нужно. Мне не тяжело находиться рядом с другими. Отведите меня обратно в лагерь. Неужели это она? О чем ты? А, главнокомандующий. Абсолютно ничего. Поздравляю вас с разрешением проблемы с водой. Ты в порядке? Они ничего с тобой не сделали? Я так переживала. Скажи хоть слово. Все хорошо. Просто сердце рвется из груди. Пора ужинать. Время ужина. Быстро, быстро. Здесь лепешки. Построиться. Вы двое, скорее. Что вы там делаете? Быстро, быстро, быстро. Здесь есть еда и вода. Скорее. Как хорошо. В линию. Это тебе. Сяо Юй, скучаешь по дому? Хотя я тоже боюсь. Я не знаю, когда нам удастся сбежать отсюда.
Предопределенный родство душ длится на протяжении 3 жизней. В следующей жизни я буду держать твою руку и никогда не отпущу. Сяолу, ты веришь, что мне удастся помочь всем сбежать и восстановить нашу родную землю? Я ручаюсь за это. Третий мастер. Крестный отец мудр. Волков боятся в лес не ходить. Если и делать, то делать по-крупному. Эти тюрки. Просто идиоты. С помощью этого мы на время сможем перехитрить их. Я могу помочь тебе, только попасть внутрь. Сможешь ли ты спасти этих людей или нет, зависит от того, сможешь ли ты действовать по обстоятельствам. Мы пойдем за волком-повелителем! Мы пойдем за волком-повелителем! Мы пойдем за волком-повелителем! Послушайте. У нас есть только один шанс. Нужно схватить командующего до тревоги. Свергнем вождя войска Джеке! Смерть! 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 Сяоюй, мы правда сможем найти источник воды? Ты уверена, что впереди есть вода? Подземная река направляется и течет вокруг пустыни. Я чувствую, что впереди оазис. Поняла? Ощущаю источник воды. Он рядом. Наверное, это дар богов. О чем шепчетесь? Прекратите разговоры! Аоя, где же ты? Почему не приходишь за мной? Если так и не придешь, то я срублю твою голову с плеч. Приключений на свою голову, дурная девчонка. Я ждала, что сюда придет Джин Тянь, а не ты. Но заполучила кое-кого получше. Хватит уже! Где зеркало пламени? Узнаешь об этом в аду. Докладываю, мы нашли Джин Тянь и остальных на первом холме. Божество Ворона благословило нас. Джин Тянь убил мою старшую сестру. Если уничтожу на его глазах эту юную девушку, будет ли Джун Тяне достаточно больно, что в него вселится демон? Ты! Не может быть! Я ясно чувствую ее. Невозможно! Кажется... Мы поверили не тому человеку. Здесь нет никакого источника воды, о котором ты говорила. Не может быть. Он должен быть здесь. Я чувствую это. Я чувствую это. Убейте заложницу, которая шла с ней. Помогите! На помощь! Сяолу! 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 Не надо! Сяолу, главнокомандующий, я сказала вам правду. Где-то под землей есть источник. Если не верите, прикажите солдатам выкопать яму. Вы можете в любой момент убить нас.
Но разве поиск источника воды не более важная задача для вас? Докладываем! Такое время. Вестник от киргизов. Они ставят меня в безвыходное положение, чтобы я объединился с ними. Ты уверен, что это то место? Почему здесь никого нет? Что-то не так. Разве это не утёс сломанный меч? Сегодня мы нашли собственную смерть. Верно, так и знал. Клан Крыла напрасно пытается прорваться, полагаясь на силу Зеркала Пламени. Лиса! Сдавайся! Может, тогда оставим тебя в живых? Знаешь, что это? Где Фэнцзянь? Кто знает? Ее лицо? Моей старшей сестре оно так понравилось. А сейчас я, может, сняла с него кожу. И отправила сестре в загробный мир. Как жертвоприношение. Осторожно, Джунцзянь! Докладываю. Это секретная информация от киргизов. Мне сказали лично передать ее. А? Главнокомандующий, у меня есть еще одно тайное поручение. О нем можете знать только вы. У тебя есть силы, чтобы бежать? Что ты задумала? Мы умрем, даже если останемся. Почему бы нам всем не сбежать, пока у них разлад? Сбежать? Но... Взгляни на нас. Как мы сможем бежать? Вставай. Идем. Поймать их! Поймать! Поймайте их! Стой! Скорее, бежим! Эй, стоять! Стоять! Остановись! А ну стой! Стой! Фэнцзянь! Джунцзянь, не подходи близко! Это ловушка!
却怎愿？是否愿？